Всем привет! Сегодня обзор настав, немного разговорное видео. Предлагаю начинать. Первое. Вот такой paint marker. Я ввожу контуры. Вот тут есть перо 4 мм, есть перо 2 мм, но съемное, двухстороннее. Далее. Вот такой вот роллербол от Молотова, хромовый. Мне нравится. Дальше. Вот такая вот швабра. Кверсал. Вот. 6 сантиметров перо. Прям большое. Вот. Я его обменял на молот 15 миллиметров. Вот такой же. Вот. Вот так. Перо немного выехало. Нормально. Все. Дальше. Вот такой вот самопальный сквизер. Взял корпус какого-то шампуня и перо от старого дрипстика Молотова. Вот этого фиолетового. Вот. И на него как раз купил новое перо от Дриппер. Им тыкал несколько раз. Вот. Дальше. Вот такой вот paint marker хромовый, 15 миллиметров. Вот. Дальше. Молотов перманентный маркер, 4 миллиметра. Вот. Дальше. Доупа. Тэшка, вот такая, она мне вообще не нравится, она постоянно течет, вот, открывается туго, ну и вот, смотрите, она прям вся в потеках. Дальше, вот такой вот скетч-маркер от Мазари, вот, двухсторонний, стандартный. Дальше. Такой же Молотов дрипстик, только голубой и с начальным пером. Вот, почти не это, почти полный. Дальше швабра 3 сантиметра. Я очень люблю тегать, один из моих любимых маркосов. Вот, вообще не течет, то есть имба. Она еще и трансформер. Вот. Дальше. Вот такой пустой корпус от 2-сантиметрового дриппера с шариками. Вот. Его я... Он был фуловый, заправленный не неоновым зеленым цветом. Я в него еще доливал 214-й. Сейчас решил... Это, когда он закончился, решил его просто отмыть и положить до хороших лет. Дальше. Вот такой вот изик. Черный спрей пейнт. Вот. И к нему кэпы. Вот есть красный вот такой. Есть желтый и белый. Дальше у меня две заправы. Вот это 214-й Dark Blue, темно-синий, она на половине. И почти полный 214-й оригинальный черный. Вот.